Всем привет, ребят, с вами Алекс, и сегодня мы будем ролить на моем основном аккаунте. Мне нужны повторки тыквы, мне нужны повторки, ну, хотя бы одна трианта и ворожея. Так как в скором будущем я буду делать им эволюции, ну, хотя в каком будущем, уже завтра, скорее всего, выйдет видео, как я буду делать эволюцию вторую тыкве мою. Сейчас я покажу. Вот моя тыква, и мы будем делать вторую эволюцию. У меня только одна повторка для нее. И еще у меня в этом, в алтаре, 60 тысяч кристаллов героя. И мне нужно делать трианту эволюцию, на которую у меня нет повторки. И ворожея эволюцию, на которой у меня тоже нет повторку. Повторки нет. Видите, у меня не хватает, поэтому придется что-то делать. Так, еще мы откроем одну карту, там у меня лежит, с которой нам тоже может выпасть тыква. Давайте начнем ролить. Так, 450. Йоу, Дракула. Блин, может... Хотя нет. Не так, Дракула с эволюцией, а вторую делать будет жирновато. Купидон. У меня уже 5 купидонов будет на аккаунте сейчас получиться. Кстати, мне еще нужен очень хранитель и малыш Ник. Для битвы гильдии. Так. Леди Лео. У меня она тоже уже есть. На своем аккаунте как-то так ролить. Да ладно, я сделаю эволюцию всем трем героям сегодня. Ну, не сегодня, получится растянуть на 3 видео. Завтра мы сделаем эволюцию тыкви, ну и потом по порядку трианту, может, и ворожею. Так, слил я героев 150. Да ладно, сердцеедка, что мне с ней делать то и так ресурсов не хватает. Даже не знаю, где использовать нужно. Так, давайте до конца доролим. Гигант с холма. Нет, мне очень понравился ролл. Неплохих героев мы сегодня выбили. У меня на складе уже 5 купидонов стоит. Теперь у нас есть еще триан. Сердцеедка есть. Потом, возможно, мы эволюцию сделаем, потому что... Блин, ресурсов нету ее качать. Я даже не знаю, что она делает. Я ни разу не играл с ней. Даже не представляю, что она делает. Давайте мы ее откроем. Вот она. 1.8 утекания. Че, драка тут валяется. Всякие вот герои. Вот недавно выбил этого призрачного всадника. За 150. Также за 150 выбил гарпию. И за 150 я выбил вот эту же фею. И вот они у меня тут валяются. Рыцарь мы за 150 выбивал. Ну и на этом все. Вступайте в мои соцсети. Ссылки на них будут в описании. Участвуйте в моем розыгрыше. Также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну и всем удачи. Всем пока. Ну я, как обычно, короче, про карту забыл. Давайте мы сейчас откроем, что тут выпало. И нам падает еще один фараон. Ну теперь точно все. Всем пока.